Мои дорогие зрительницы, мои дорогие девочки, любимые подписчики, поздравляю вас с нашим женским праздником. Я хочу пожелать вам счастья, здоровья, мирного неба, только улыбок, радости. Я хочу, чтобы вы цвели и пахли самыми дорогими парфюмами. Я хочу, чтобы каждый день приносил вам счастье и радость. Поймите и поверьте, счастье – это в каждом моменте. Не какое-то глобальное чудо, которого мы ждем, а нет. Счастье в каждом цветке. Вот в этом цветке, пока у меня нету цветов, но я так радуюсь своим цветам. Цветок мой на кухне хрюмкает, мои буреки. И это самое главное, чтобы вы нашли своих вторых половинок, чтобы вы были гарантированы от одиночества. Одиночество – это очень сложно, это очень плохо, это не для нас. Поэтому, мои дорогие девочки, поздравляю вас с этим праздником. Не знаю, как у меня будет сегодня день пройдет, но с утра, вы видите, у меня появилось желание привести себя в порядок, накрасить макияж. Я не знаю, как подходит мне эта помада, как подходит мне это платье. Вы все пишите мне и скажите, а я сейчас вам покажу, как я выгляжу. Как я выгляжу сегодня. Вот так я выгляжу сегодня. Такое платьице. Вот такие яркие колготки, но я их поменяю. Мой муж приятно удивлен. Не помещаются. Любите себя и будьте любимые. Так вот, у меня сегодня замечательное утро началось. Вы знаете, что я подумала, что для меня сейчас, что важно. Раньше я как-то что-то ждала от мужа, да, от кого-то ждала. Сейчас нет, у меня такого нет. Самое главное то, что он сейчас у меня храпит под боком. И главное то, что он сейчас на кухне чавкает и кушает мои бюреки, пироги с картошкой. Я этому безумно рада, и то, что он есть у меня. Он говорит, я когда ему рассказала об этом, он говорит, я сейчас расплачусь, он мне такой комик, мои дорогие девочки. Он говорит, куда ты собралась? Я говорю, я никуда не собралась, сегодня такой день, отныне я буду всегда такая. Он приятно удивлен. Мы должны сами себе делать настроение. Не ждать ни от кого. Мы не должны ждать ни мотивации друг ни от кого, ни хорошее настроение. Вы сами как себя преподнесете этому миру, такое настроение получите. Все, мои дорогие, надеюсь, вам понравился мой новый образ. И я не такая страшная и старая на этом видео. Буду очень рада вашим хорошим, добрым комментариям. Будьте добрее, мои дорогие. Если вы хотите обидеть, не обижайте никого. Ведь ничего лучше не расскажите. Но не надо конкретизировать недостатки в человеке. Это очень обидно. Благодарю вас. Решила в духовке подогреть капусту. И посмотрите, чуть-чуть она сгорела. А что я делала в духовке? Вот это вот бюрек моего мужа. Вот, горяченькое такое. Что я делала? Вот я что делала. Запекла сегодня такую рыбку. Это мой кусок, но это мне много. Я его поделю пополам. Потому что, смотрите, у меня тарелка этого будет. Вот сколько грамм? Нужно до 100 грамм. Вот я сейчас просто не поленюсь и взвешу, сколько грамм будет это. Потом смотрите у меня сколько еды. Вы видите? Вот это вот мерджимик мужа. Он вчера был у родителей, не покушал. Вот это вот мой суп. Там есть фасоль. Яйца можно пожарить. Вы понимаете, сколько еды? Вот я не знаю, я наемся или нет. Выгляжу я замечательно. Я себе очень нравлюсь. Вот моя тарелочка уже здесь, так я приготовила. Вот это вот самое первое, я что должна покушать. Остальное уже по возможности. Видите, тут семена чия. Полезности на полезностях. Вот. Вот это вот нужно покушать. Тут у меня, видите, авокадо, сыр жирный. В общем, начну с этого. Если вдруг мне не хватит, буду делать что-то другое, мои дорогие. А у меня, друзья, шикарное настроение. Во-первых, я себе сделала такой макияжик. Я сама себе подняла настроение таким макияжем. А как? По-другому нельзя. Вот у меня такое платьице. Мне подружка моя подарила. Подружка у меня такая хорошая подарила мне.
Вот, я очень довольна, потому что сейчас очень модный такой цвет. Модно сейчас цветы. Солнышко пришло. Чичек беним деньги. Он мой чичек. Вот мой обед. Немножко поджаренная капуста. Почему такой цвет, я не понимаю. Так, салатик. Салатик такой, без орех, пугюн. Сегодня без орешек. Посмотрим. 100 грамм белка, вот. Померила, специально взвесила я. 100 грамм белка. Самое главное, начинать с салата. Остальное посмотрим, девочки, мальчики. Если мне не хватит, то я добавлю жареные яйца. Ой, да можно чего добавить многого. Приятного мне аппетита. Друзья мои, как у нас холодно! Какой ветер! Вы видите, волосы дыбом. Мы вышли с ним погулять, пройтись. О, мираба, мираба. Баян. Натюр, мираба. Прошлись, пройтись решили. Сашкой мы идем, смеемся. Что-то так похолодало, видите, мне пришлось закрыть свой разрез. Муж ревнивый, но, в принципе, прав он. Это не для всех. Да, сегодня здесь вот вторые вторичные вещи продают. Они, Мерия их гоняет оттуда и сказала, вот такой-то день определенный. Идите, говорит, и покупайте. Вот. И тут продают вторичные вещи. Смотрите, какие конфеты есть в Турции. Ой, какая красота, вы видите? Обалдеть, какая красота. Цена? Цена, я не вижу сколько, но 900 лир. 900 лир. Ну, смотрите, какие красивые конфеты. Мы зашли, кофе хотим фильтровый. Как я все-таки это люблю. А какие коробки красивые, видите? Посмотрите, какие красивые лампочки, все что-то тут такое. Дизайн. Попали в сказочный магазин. А здесь вот такие сладости. Некадар гюзель, более кючук. Видите, уже порционно. Более гюрюстанда гитмер, гюзель города. Такие красивые. Ой, куда мы попали с Ашкимом в сказку? Кудачок с эвером. Тражевич. Друзья мои, я балдею. А что это такое интересное? Это семечки, а это какие-то семечки тоже. Просто обалдеть. Угу. Какой непредсказуемый день. Как вы догадались, где мы с моим мужем? Пошла, поздравила свою подружку. Я решила купить себе вот такие вот цветочки. Ну, не я решила, а Ашки мой. Видите, какие у меня цветочки. Намного лучше. Я очень счастлива. Сейчас пойдем домой, я буду Ашкема кормить. Потом будем фильм смотреть с ним. Турецкий, комедия. Море такое замечательное. Гюзель, Некадлер. Не Гюзель, ава, бегун. Вы знаете, что вот смотрим в Капиту, да? Не так уж много людей пока. Может, вечером. Kalabalık da değil, değil mi aşkım? Olacak diye, olacak diye. Sana çıkmam. Baba güzel olsun, kalabalık oluyor. 8 Mart'ım, здесь не пахнет, если честно. Şöyle yapalım aşkım. Yürüyelim, kanal boyu gideriz. Hem yürüyüş yapmış olur. Девочки мои, я такая разочарованная. Почему я разочарованная? Посмотрите. Я хотела сделать сыр, и у меня ничего не получилось. Смотрите, 2 литра молока надо выливать. Вы знаете, это все, они как обманывают в этих, что из 3 литров там столько. Посмотрите на мой кусок сыра.
Аж Ким смеется. Я говорю, ну самолет не сразу же придумали, несколько раз надо пробовать. Тут я два моцареллу хотела сделать. Она как делается, сейчас я скажу. Может положить в жидкую воду, я ничего не пойму, не пойму ничего. Вот. Или в теплую воду надо сначала, пускай полежит. Ладно, посмотрим, как и что. Я хочу вылить вот это все, потому что мне ничего не получилось. Я считаю, что у меня не получилось. А вы как считаете? Так обидно, я так хотела сделать. В рецепте было, возьмите, говорит, молоко и лимонную кислоту, и все. И вот у меня столько получилось сыворотки. Наверное, мне кажется, мой муж говорит, объясняет это тем, что в Турции из молока уже, перед тем, как продают, из него все, что можно, забирают. Поэтому оно такое пустое. Вот, разочаровалась я. Ну, ничего, больше не буду делать. Говорит, куплю эти моцареллы. Но я хотела самой попробовать, потому что так легко объясняют во всех этих соцсетях. Всем добрый вечер, мои дорогие! Хочу показать подарки, которые Ашким мне купил. Такой красивый у меня браслет, это от моей Гигос. Я вам показывала, смотрите, как золото. Такой же он классный. Так. Ходили мы, значит, с ним. И мне очень понравилась. 100% маска из кокоса, смотрите. Со скидкой она. Для волосиков. Сейчас буду рассматривать ее, что это за маска для волос. Миракл, очень интересная. Вот, купила я себе такую пилочку для пяточек. Купила такой дезодорант, твояшка мне купил. Вот. И вот уже подарочек, хорошие цветочки выглядит. А, и купила также патчи, никогда не пользовалась ими, никогда. 20 лир стоит. 20 лир. 20 лир патчи. Знаете, где? В Карфу, в Мигросе, да? Ашкин. 20 лир. Очень хорошая марка. Вот так делается. Никогда не пользовалась девочка. Ну вот не пользовалась, потому что никогда здесь не видела. И зашла, подарила тоже цветочек такой моей подружке. Посмотрите, что она мне подарила. Какие масочки, гранатовая масочка, смотрите. Какой подарочек от моей Катюши. Вот эти тоже патчи. Вы понимаете? Две штуки. А это посмотрите. На губки. Ашка, у нас была Надя. Дудахлар Букадару, Надя. Такие будут губы у меня, смотрите, вот такие огромные. Ашка смеется. Так, это вот маска тоже. Масочка для лица, а это тоже масочка из для лица. Видите, мой муж зевает. Почему? Потому что он кушает вредную пищу, пьет ракы и зевает. А Светлана очень хорошая девочка. Покажи, как цветы. А Светлана молодец такая. Светлана, акылыкыс. Не кушает ничего, только пьет. Сыр не получился, Светлана расстроилась. Ашкин пенировал маты. Ашкин сказал, купит мне моцареллу. А ладяк моцарелла. Ашкин баксер, какой он раз. Сэндаям. Шейки, вы думаете? Индистан джейвис купит. О, да, вон, да. О, чок. Вот такая масочка, буду пользоваться для волосиков. Все, мои дорогие, пойду я сейчас работать. Видео вам выставлю. Так прошел хорошо день. Кстати, я еще купила вот это масло. До этого купила. Как его и пользовать, надо посмотреть. А, в косметологических целях, ну, может, и внутрь, вовнутрь можно. Надо спросить, кто знает. Только масло мы видели по 80 лир за штуку. Я потом куплю. Видела еще в Мигросе. Я искала баден муку. Не было. И увидела кокосовую муку. 120 лир. Юзерми лира. Он. Кокосун. Чи. Юзели. 150. Вот. Так что... Все можно купить, я куплю себе потом. Сейчас такой необходимости нету.
А потом куплю, буду пирожки, беляши, все такое интересное. Знаете, я так горжусь собой, потому что я бы сейчас сорвалась где-то, выпила бы там, да, а потом бы завтра умирала. Они так себя чувствуют замечательно. Ведь я иду к цели своей, здоровья, я не принимаю лекарства от зуба, от щитовидки. Вот это самое главное. И вообще, это замечательно. Я горжусь собой и вам желаю всего такого же. Ставьте лайки, пишите комментарии, мои дорогие.